Вот взгляните, уважаемые дамы и господа. Вот такой подклад я обнаружил на кладбище. Вот посмотрите, это результат действий каких-то чернокнижников. Посмотрите, две свечи, которые явно сплавлялись вместе. Посмотрите, вот такими нитками и веревками все было скручено, связано. И было засыпано вот в такой мак. И мы с вами смотрим, на что это похоже. Похоже, это одна фигурка обнимает другую. Видно вам? Вот он руками обнимает. А вот здесь тоже руки. Вот голова. И вот голова. Плечи. Вот рука за талию обнимает. И вот рука за талию обнимает. Это приворот. Сейчас мы посмотрим.